Голос церкви, церковных авторитетов, мудрых наставников и проповедников должен звучать в полную силу, в том числе и на федеральных телевизионных каналах, сказал Путин на встрече с представителями традиционных религий России. Он напомнил, что на некоторых каналах выделяется время религиозным организациям. Пока этого явно недостаточно. Пока есть баланс между тем, что в последнее время вызывает раздражение у людей, и истинными ценностями, сказал Путин. Он также подчеркнул необходимость поставить на должный уровень развития институтов военного духовенства. И здесь, так же как для работы в учебных заведениях и школах, нужны хорошо подготовленные высококлассные специалисты, прежде всего теологи, сказал Путин. Председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской епископ Сергей Риховский так прокомментировал слова Владимира Путина. Здесь как раз коснулись общественного телевидения. Пока, откровенно говоря, ни кандидат в президенты, ни все мы, включая патриарха, не можем, собственно говоря, за что-то ухватиться. Что вообще из себя представляет общественное телевидение? Вот. Патриарх, между прочим, сказал интересную такую фразу. Он сказал, что всех тошнит от морализаторства. Когда выходят религиозные степенные деятели, они перед камерой превращаются в морализаторов. Это, говорит, всех уже тошнит. Нужна другая форма подачи, другая форма донесения. Это должно быть вот то, что... Вот нас, где, говорит, наша молодежь? Она в интернете, она там в каких-то боевиках. То есть это должна быть особая форма донесения высоких нравственных ценностей.